Всем привет! Меня зовут Лена, и я волонтер звездного отряда «Эргартауфильм». Сегодня на старте 48-го звездного отправляется в свой 8-й поход. Счастливого вам пути! Каждую зиму мы на неделю отправляемся в один из районов Рязанской области. Там мы проводим мастер-классы с детьми, показываем кукольные сказки в школах и детских садах, а также концерты для местного населения в ДК. В этом году я ездила уже 7-й раз, и каждый год моим неизменным спутником была гитара. Это мой причал, здесь мои друзья. Будем зажигать с ночи до утра. Она помогала нам не скучать в дороге, была реквизитом на мастер-классах по хромакею и с ней выступала на концертах. Но этой зимой, во время одного из приездов, ее уронили. Жалко гитару. Конечно, жалко. С электронным движком внутри. Вот 7-й поход, она, к сожалению, не пережила. У нее сломался гриф, и оставшиеся несколько концертов я доигрывала уже на чужой гитаре. И приголся на вспотевшие лбы, и сосал под ложечкой сладко фраз, и кружил наши головы запах борьбы. Следующей зимой мы снова отправимся в волонтерский поход. И, надеюсь, я поеду со своей новой гитарой. Ну, пожалуйста.